Пасхальный концерт прошел в Урюпинске. Воспитанники воскресной школы Покровского кафедрального собора утром помогали епископу Урюпинскому и Новоаннинскому Елисею за детской божественной литургией, а вечером делились пасхальной радостью со зрителями в театрально-досуговом центре «Юбилейный». В малом зале центра «Юбилейный» воспитанники воскресной школы славили Спасителя. Дети читали стихи и рассказывали о евангельских событиях воскресения Христова, пели пасхальные богослужебные песнопения и детские песни, а старшие девочки исполнили красивые танцевальные композиции в фольклорном стиле. Владыка Елисей поздравил всех со светлым Христовым воскресением, тепло поблагодарил учащихся и преподавателей за замечательный концерт и обратился к собравшимся с архипастырским словом. Мы, дорогие мои, радуемся чему? Радуемся прежде всего этому празднику, празднику Пасхи, ибо это праздник жизни, торжества жизни. Вот у нас, оно нас очень так всех задевает и касается непосредственно. Или жизнь у нас торжествует, или другая несоставляющая, которая не должна быть с нами, это смерть. Если мы что-то делаем доброе, то у нас живет воскресший Христос. Затем состоялся конкурс поделок «Пасха святая». Свои творческие работы представили учащиеся воскресной школы и младших классов школы номер 6. Оценивало их жюри под председательством владыки Елисея. Авторы лучших поделок получили призы.